Всем привет. Мы начинаем... В принципе, продолжаем игру. Happy Room называется. Ну что, мы в прошлый раз... Нам надо... Первый. Давайте очистим. Так. Что нам надо теперь сделать? Живая мишень. 15 стрел подопытного. 15 стрел. Это надо нам шипы. Сначала вот такую хрень. Да. И такую, мало ли. Пусть прыгает. Потом здесь. Ну, фиг с ним, пусть будет здесь. И стрелы. О, можем так сделать. Так. Ну, на пол можем ставить, отлично. Нет, надо. Давайте, блин, у нас много всего. Пофигу, сейчас натыкаем. 15 уж точно будет. Да что ж ты сбрасываешься? Сюда? Да ладно. Ну, погнали, короче, посмотрим, что сейчас будет. Ух ты, ё! Супер! Ё-моё, ёжик такой! Отлично. Мы даже сейчас это самое можем... Да. Мы даже топор, какое-то новое оружие открыли. Вот это какой-то монстрик. Слушай, прыгай в ту сторону. Давай быстрее. Все. Нет, до монстров не дошли. Давайте. Все. Теперь. Знаете, как сделаем? Нафиг. Да, тут открылась пила. Мы можем прокачать или фиг узнать. Давайте посмотрим, что здесь мы. Так, хорошее, установите оружие на блок. Хорошее местечко называется. На блок. А у нас блок. У нас блок? А, во, блок. А, ну этот блок. Ноль. А как их увеличивать? Установите оружие на блок. Ну, сейчас поставим. И у нас как бы типа дробовик, пулемет. Нет. Ну, вот так вот пусть стоит. Ну, давайте. Выполнили типа задание. Ну вот. Нет, назад мне не нравится. Надо вот эту херь сюда поставить. А вот эту приблуду вот сюда. Также, да, ладно, сбрасываешься. Сюда. Сейчас еще какую-нибудь хрень поставим. О, можем... Отлично, можем на эти. Так, сейчас дофига их здесь замутим. Это, я так понял, бомбочки. Жесть. Реально жесть. Полетели. На, нифига, вот реально жесть. О, мы монстра какого-то, ледяная ловушка открыли. Да, нормально. Прям реально жесть. Это что? Давай, кидай назад его. Блин, блок мешает. Какого хрена он тут? На. Во, нормально, кинуло. А этот направо кинет, я уже забыл. Да, отлично. Тут еще бомбочки, давай собирай все. А, ну все, ну в принципе. А, мы даже открыли больше. Нифига себе. Это прям реально. Мы тут нормально так, наверное, подзаработали. Так, что мы имеем? Тут кол какой-то, что ли, шип какой-то. Думаю, это никому не помешает, кроме... Израсходуйте 3 булавы. Булавы. Ой, сколько мы тут открыли. Прикольно. Это что, кислотная пушка, ледяная пушка, огнемет. Ну, монстр. Хочется попробовать. Тесла. А хер его знает, что он... Хрен с ним пусть стоит. Так, булава. О, булава. 3 булавы нам надо использовать. 1. Хрен с ним. 2. Убрать. О, хватит. Три. Погнали, пусть шмаляется. Ох, электричеством как его. Жесть, 1386. Нормально прям прибавляем. Вот это он прилип там. Булава, давай там. Повис там. Отлично.
Так, электричество закончилось, я так понял. Ой, у меня руку оторвало. 5 раз теперь булавой надо зацепить. Ой, еще. Все, мы выполнили задание. От топора. 1500 от топора. Смотри-ка прям. О, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, откройся. Блин, надо вот эти штуки тоже прокачивать, по-моему. Ну что, наверное, попробуем другое. Бошку отрубило, нифига. Руку, голову, так. Да, вот это мясорубка. Прям мы полностью все выработали. А, бомбочки остались, ну хрен с ним. Так, что можно еще придумать? К заданию. Голову с плеч. Отрубите голову топором. А, топором надо. Но мы не топором это сделали, ладно. И это тебе не папашин дробовик, ковбой. Потратите 7 патронов дробовика. Вот здесь поставим дробовик, дробовик, дробовик. Раз. Нет. Нафиг, нафиг. Давайте запустим так. Может быть сейчас... Давайте увеличим скорость. Так, мы патроны сделали. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть. Открыли что-то. Какой-то шип, что ли. А это что? Есть новая нулевая. Что-то нулевая. Нулевая какая-то хрень. Так, не успел прочитать. Пофигу. Так, ну что будем делать? Голову с плеч топором. А это что? А. Да. Здесь прокачиваться можно. Ледяная пушка, я не знаю, что это такое пока что. Но надо будет холодное оружие. Топор. Давайте топор прокачаем. Нам надо... Давайте все сбросим. Хорошая комнатка у нас получилась. Это лазер сто пудов какой-то. Это тоже лазер. Рыбки какие-то. Пофиг. О, что-то открыли, что? Шип. Просто шип открыли. И кол. А это? А, вон, нулевая гравитация. А что он делает? Куда ее можно тыкнуть? Еще можно? О, еще можно. Еще. А, 3. Давайте в эту комнату так запустим. А, тут еще топор. На большой скорости. Что-то там отрубилось у него пол фейса, по-моему. О, жесть, у него кожа слезла с лица. Не, мы не добьем уже, наверное. Не, не добьем. Тут уже надо что-то другое думать. Все. У него черепушку видно уже. Фига себе. Ну, в принципе, неплохо так. Все, нафиг, сбрасываем, надо что-то другое думать. Голову с плеч называется, да? А мы ни хрена ничего. А, свежая нарезка урона от топора. Топор, топор, топор. Вот он. Угу. Как это сделать? Так сделаем. Так. 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 Пофигу. Во. Хэппи рум точно. Реальный. Так, в центр, в центр, в центр. Центр. Это пофигу куда. Нет, это назад. Пойдет. Теперь нам надо попрыгунчики сюда. Телепорт. Ну, даже не знаю. А, нет, телепорт не проканает. Давайте монстриков замутим. Сюда. Что-то он как-то не помещается. А, о. Монстрик. Подождите. А, все. Сколько он стоит? А, 125. Ну, наверное, фига. Ладно, пофигу. Свежая нарезка. Подхватываю, подхватываю, подхватываю. Нет, это фигня все. Хрень, монстра убираем. Делаем вот эту здесь. А эту вот сюда. Погнали. Жесть. Мы любим холодное оружие. А, головой коснись. Не, какая-то хрень. Голову с плеч не получилось. Убираем, 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 убираем. Нет, нет, нет.
что-то не то. Давайте, нет, так вот, где это холодное оружие? Сюда, только в другую сторону. Булава. Для симметрии пойдет. Сюда, сюда, нет, вот это сюда. Да. Что у нас там, 5000? У нас дохренище, у нас тут очень веселую комнату замутить можно. Здесь что-то там не поставилось, что пофигу. Итак, так, что вот сюда еще? Да что ж ты сбрасываешься, а? Здесь. Здесь. Шинкователи. Да, давайте еще вот сюда. Прыгалки. Здесь. Ставься, ну что ты? Итак. Монстриков. Хыщ, 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 давайте. Пусть они подгрызают немного. Закончилось, да? Погнали. Ух ты ж, ё. Нормально так швыряет. Качельки. Выполнили. Что-то выполнили, короче. Еще что-то выполнили. Голову с плеч у нас не получается. Ну, нет, нет, нет. Это все фигня. Не получилось. Не вышло. Нет, 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 нет. Блин, у нас... А, один еврик. Давайте еще. Еще холодное оружие. Топор. Да. Голову с плеч. О, какие мясорубки. Ну-ка проверим, как она работать будет. Фига себе. Это фигня, надо вот эти прыгалки что-то направо. О, еще что-то выполнили. Еще что-то выполнили. Мы любим холодное оружие. Это Порше купила. Голову с плеч что-то не получается. Нет, не то, все не то. Вот эта фигня вот сюда пусть прыгает. На качельках. Погнали. А, нет, стоп. Не то. А эта фигня. Выключить. Сюда поставить. Погнали. Жесть, супер. Мы любим холодное оружие. Ага. А, нет, нет. Какая-то фигня. Нет, 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 нет. Что еще тут можно замутить? Пулемет. Сюда. Огнемет. А, тут на стены. Хотя, может, там потом. Потом, когда-нибудь. Сюда, сюда поставим. Вот так вот. Замораживалки. А, можно лепить где угодно. А, все? Ну, ладно, давайте. Неслось. Ух ты, как его. Голову с плеч есть. Получилось у нас выполнить задание одно. Что еще? Давай. Ну, как-то не то. Что-то мне не нравится. Эту хрень уберем. Кислотная пушка только на стены. Дробовик нет. Тесла. Нулевая гравитация. Что у нас со взрывчатками? Это что? Гранатомет. 400 оно стоит. Уберем одну. Нет, надо что-то... 440 нам не хватает. Не хватает все равно. А, пофигу, мины. Понатыкаем. Ну-ка, посмотрим. Ярость. Это как в холодильнике. 10 секунд в обморожении. Насчет 10 секунд в обморожении можно, конечно. Что у тебя так... Куда бы, тут вообще все... Эти вообще ножи даже не касались. Очищаем. Это как в холодильнике, да, говорите? Нулевая гравитация.
примерно понимаю, что они хотели этим сказать. Где еще нулевая гравитация? Вот оно. Еще одну такую хрень и цепочечки. Поехали? Ох, как. Не, это все фигня. Стоп. Как-то так. И еще мне надо больше. Так вот сюда. Как-нибудь здесь, может быть, достанет. Ага. Да, достану. Должно достать. О! Вот это уже другое дело. Еще сюда. 10 секунд выполнения задачи. А нет, что-то не так. Знаете, что надо сделать? Да какая-то фигня. Стираем эту всю батву. Нужны пружинки. Одну сюда. Ну, это тоже сюда. Эту сюда. Сюда. Так. Так. Цепочки. Блин, у нас сколько бабла тут. Здесь, 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 здесь. Фриз. Есть ледяные ловушки. Погнали клепать их везде. У нас их дохренище, так что можно наклепать сейчас. Сейчас, наверное, еще поставим. Поставим. Слушайте, наверное, цепочек еще надо. Сюда, наверное. Здесь пусть он подольше как-то на них повисит, не касаясь пола. И. А, ну да, это же хэппи, весело же. Гравитация нулевая еще, блин. Ну, куда тебя втыкнуть? Вот сюда, нафиг с ним, пусть здесь. Ну что, пестренько так. Погнали. Да. Сейчас прыжок. Да, 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 есть, выполнили. Не выполнили? Не вышло? Да, вышло. Выполнили задание. Ну что? Это на холодец. Отрывите замороженную часть тела подобного. А, ну тут, в принципе, не требуется от нас что-то экстренного. Нам просто надо заморозить его и что-то с ним сделать, повзрывать. Да. Таких штук надо понатыкать везде, но не в большом количестве. Ой, вспомнить бы, что у нас там было. Монстры. Мы любим холодное оружие. Топор, шипы, пила. Что там у нас? У нас один еврик есть, нет пока. Пока нас это все устраивает. Так. А это... 10 телепортаций. А это мы просто... Хыщ, хыщ. Что это такое там было? Да ладно. Нет, мне это не нравится. Знаете, как сделать? Это сюда. Где у нас пилы? Пилы. Вот они. Как раз покатаешься. Погнали. Да нет! Как-то неправильно немножко. Это неправильные пилы. Это такой стакан будет. Стакан. Теперь уж точно туда. А теперь пофигу нам. Давай. Давай чуть-чуть. Да ладно, блин, да что заново? Хрена с два ты меня теперь отсюда вывалишься. Еще вот так вот. Поехали. Что это за хрень? Тут
взрывчатка, что ли, какая-то? А, ну да, вот она. Блин, да ладно, он его выкидывает, все равно пытается. Ну, у нее не получится. Мы типа прошли. Есть, выполнили. Пусть покуркается. Так, что нам еще надо? Средний прожарки, пожалуйста. 500 уронов из огнемета на шипах. Легко. Стираем, где мой ластик. Так, шипы. Ну что у нас по стандарту, по дефолту. Прыжковый механизм. Что у нас? Оружие. Средние поджарочки. А, блин. Мазафака. Это не проходит, не проканает. Здесь. Здесь. А мы шип открыли. А, кол открыли, точно. Он, наверное, ставится. Very good. А нахрен. Мы же жарить будем его, да? Еще. Сюда шипы. Сюда шипы. Ну. Сюда. Да что ж ты. Сюда. Теперь. Веселуха, хоровод. Как-то так. Вот так вот поставим. А эту штуку вот сюда. Ну, это вот сюда, а это сюда. А здесь... Так, так. Сколько у нас? 8 тысяч. У нас дофига. Средние прожарочки, говорите. Не просто средние прожарочки будет. Хотя, может, здесь только средние прожарочки? Ну что? Let's go. Майл. А, подождите, что-то не то. Средней прожарочки у нас не получилось. Это какая-то ботва у нас получилась. 500 урона, говорите, да? Не очень хорошо. А это вот сюда. Да ладно. Поехали. Ну, можно сказать, как бы почти, но не почти. А, выполнили. Very good. Very nice. Давай, давай. Еще чуть-чуть. Еще совсем все. Нормальные прожарочки сделали. Процедура. Все части подобные заляпаны кислотой. Легко. Знаете, как сделаем? Мы это стираем. Прыжочек. Да, прыжочек. Все части тела. Это вот сюда поставим, а эту фигню вот сюда. Это как... А, ну ладно, еще раз. Здесь. Здесь. Здесь, а это фишка назад. Итак, нам нужны шипы. Нужны ли нам шипы? А, пусть... А, не... Ну, пусть будут, короче. Еще вот тут хрень повесим. Все-таки как бы еще... У некоторых елки висят, у нас игрушечки. Что еще надо? Кислота. О. Здесь... Здесь, здесь. У нас, блин, дофига. Ну, блин. Неудачная гирлянда какая-то. А? Ай, хрен с ним. Давайте посмотрим, что получится. Да, давай, 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 давай. Есть, выполнили задание. О, еще здесь. Так-то все равно не то. Надо что-то мега сделать. Жесткое. Но мега жесткое будем делать в следующей серии. Ну что, всем спасибо, кто был со мной. С нами, точнее. Подписывайтесь на канале YouTube. Если понравилось, ставим лайки. Всем счастливо. До следующего видео. Удачного дня вам.